Ребята, всем привет! Давно не брал камеру в руки. Короче, 3 недели уже как у меня идет диета. Я толком ничего не снимал. И сейчас решил просто вам показать быстрое такое приготовление. И сегодня у нас будет что? Сегодня у нас будет лосось. Лосось, вот такие филешки по 125 грамм. Для этого нам еще я взял петазилия, петрушка, то есть... Потом оливковое масло, потом растительное масло, по-моему, это называется, цитрон, перец, соль, оливки. Ну, это кто как любит. Я просто беру то, что у меня есть дома, и мне без разницы. Потом я взял еще себе опять мага-квак, шпайзе-квак, кварк, без жира, то есть 0, сколько тут жира? 0,3% жира. Помидорки, огурцы и паприка, которая уже залежалась, я решил ее просто съесть. Вот, это я все взял, и сейчас что-нибудь с этим я быстро приготовлю поесть. Кстати, потренировался сейчас нормально, поэтому есть я хочу. Ладно, начнем быстро, быстро. Так, я надеюсь, все видно. Вот сюда поставлю вас, вот так вот, и будем готовить с вами вместе. Быстро. Так, во-первых, можем уже налить. Опа! Что-то у меня тут не то. Не держится камера моя. Камера почему не держится моя? Да, это плохо. Вот так вот, а может. Вот так видно более, да? Ладно, чуть-чуть масла беру. Может, кто будет говорить, да, это тоже вредно. По идее, я это делаю в духовке. Вот так рыбу готовлю, да. Но сейчас просто у меня нету времени для этого. Вот. Филешки наши. Ставим их сюда. Это уже ставим, включаем. Давай. Вот так вот, а. Чтобы быстро разогреть это все. Там есть чуть-чуть жира в этих филешках, поэтому много масла я не наливал. А мы уже приготовим себе для салата и для кварк. Не знаю, что получится. Я просто сам хотел себе сделать такой маленький этот. Типа, ну чем обмазать сейчас рыбку, когда есть ее. Для этого я беру просто вот этот кварк, опа, вот это у него, немного, вот так вот, а хватит мне, вот, соль, перец. Разный тут. Красный, черный, зеленый. Перец. Лимончика. О. Так. Это все размешиваем. Ребята, придумываю это на ходу рецепты. Просто так, не без разницы. Я думаю, это будет вкусно вместе с лососем. Так, попробуем. Не хватает перца. Кто любит перец, можете его и побольше использовать. Вот так. Теперь берем я надеюсь меня видно берем петрушку на маленькие эти я просто рублю строго не судите я не повар режу как могу
Ну, на боли такие маленькие, да? Чтобы размешать это хорошо было все. Вот. Все. Закидываем опять сюда жить. Места мало. Опа-на. Неожиданно. Ну ладно, хрен с тобой, пусть будет. Упало. Кстати, что это обозначает? Что у нас масло готово, чтобы мы начали готовить. Сейчас будут брызги. Ничего не солил, не перчил сперва. Так, время. Я делаю так, по 3-4 минуты. На сильном огне сперва. Это мы все смешиваем. Ребятушки, вкусно. Вкусно. Можно, может, еще добавить соли чуть-чуть. Чуть-чуть лимончика. Вот. А так, все, это уже готовое. Первое готовое. Теперь понадобится нам что? Стоять. Правильно. Два помидора. Вот такие вот, более небольшие. Единственное, что я не люблю, смотрите, ребятушки, сейчас камера опять упадет, блин, надо себе купить специальный этот для камеры. Короче, не могу я его держать, придется вам сейчас по-другому показывать. Сейчас переверну. Вот буквально даже меньше 2 минут. Вот как оно выглядит. Видите, золотистый такой этот. Вот. И сейчас пусть еще чуть-чуть пусть побудет. Вот. А мы продолжаем дальше. Так, помидорки мы порезали. Это мы порезали. 2 маленьких огурца. Тоже на боль такие, вот так вот просто. Это тоже вот сюда. Все складывается. Паприку. Просто надо все съедать. Она у меня уже лежала. Паприку сюда жить просто. Ее можно макать сейчас. Сейчас увидите. Вот уже овощной уже нарезал. Сколько, смотрите. Вкусняшка. Вот так. Можно, конечно, это в другую тарелку прям делать. Но я делаю так, без разницы. Так, это уже готово. Это готово, это готово. А, еще можно, вот, кто любит, можно пару оливок еще закинуть туда. Вот так вот, а прям. Кому нравится. Ну и все, сейчас ждем. Сейчас ждем, пока будет у нас готовиться рыбка. Вот видите, блин, надо все-таки чуть-чуть включить, потому что... Вот. Сейчас оно буквально еще минутку, две. Мы можем ее сейчас поставить на меньше. И она будет уже готовая. Лосось, он быстро готовится. Вот наша тарелка с овощами. Этот готов, тут готово. Так что, ребята, вот смотрите, 11 минут. И почти что все готово. Можно почти что
кушать. Сейчас, кстати, камера грязная, да? Опять же. Извините, у меня что-то все не поэтому идет сегодня. Подготовка, что ли, хреновая? Ну, как я и говорю, быстрое приготовление и быстрая подготовка. Я камеру взял, включил буквально вот за минуту и начал снимать. Вот. Сейчас, короче, накрою, то есть приготовлю рыбу до конца, положу и покажу вам результат, как выглядит это все. Так что не переключаться. Ну все, ребята, смотрите, вот как это выглядит. Вкусняшка. Сейчас мы берем оливковое масло, подождите. Самое-то главное еще надо сделать. Так. Сейчас мы оливковое масло берем. Вот. Это все поливается чуть-чуть. Вот так вот буквально. Это еще чуть-чуть можно вот так посыпать слегонца вместе с рыбкой, потому что до этого я ее не солил, не перчил, когда кидал. Чуть-чуть буквально. Я знаю, что у меня все тут навалено, но мы все-таки не в ресторане. Вот. Теперь идет вот это. О! Вкусняшка! Вот, ребятушки, как это выглядит. Я надеюсь, это все хорошо видно. Вот так вот. Вот это вот здоровая пища. Так что, кто сейчас кушает? Кто сейчас тоже кушает, вам приятного аппетита. Ну и если вам нравятся вот такие вот видосы, пишите в комментарии, оставляйте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и будем, может, продолжать. Так что давайте, до свидания.